Девочки, сейчас такой короткий шеринг. Поделитесь, пожалуйста, с чем уходите? Вот что вы взяли для себя в сегодняшней встрече? Я вот с очень хорошим настроением, да, каким-то волшебным пенделем. С волшебным пенделем? Да, да, да. Как раз то, чем мне хватало, вот это волшебным пенделем. Спасибо. Спасибо. Желаний на самом деле очень много, как выяснилось. Как будто сияние. Я узнала, что новое, что есть данная истинность, нужно проверять желание на экологичность. Это тоже очень интересно, чтобы не затрагивать никого в своем желании. Спасибо большое за полученные новые знания, они действительно пригодятся. Спасибо. И надеюсь, после этого мы увидим, каждый увидит результат и шаги к своим желаниям. Спасибо. Я не ожидала, что сегодня будет такая психодрама. Это было приятно. Как-то так все повернулось, так и повернулось. Насчет вот проверки желаний на истинность, это прям было важно, потому что в последнее время я только об этом думала. Потому что вроде так столько всего хочу, может быть, я хочу какие-то чужие желания. И такое уже было. Вот. И мне казалось, что мои тоже чужие. Но оказалось, что нет, я теперь спокойна. Спасибо. На истину действительно очень важно. А, во-первых, тренинг очень интересный. Я вообще, это первый тренинг, в котором я в жизни участвую. Как-то, ну, не пришлось до сих пор. Вот, прям просто интересно было так как-то выглядеть со стороны. Вот, и на истинность, да, желание. То есть я уже начала подозревать, что оно не исполняется, как вот все остальные, как-то достаточно легко и просто. Потому что, может, это нифига не мое желание или не истинное. Действительно, покопавшись вот с наводящими вопросами, вот даже больше с вашей помощью, вот понимаешь, что да, желание цена может быть и другое, на самом-то деле-то, которое самое сокровенное, вот, совсем другое. Я рада. Да. Теперь осталось вот с этим другим желанием поработать. Да, а это я уже знаю. Очень необычно, что человек сам может знать так много о себе и сам себе помогать. На самом деле необычно. Я всегда думала, что для этого как минимум нужны другие люди. Психотерапевт. Да, психотерапевт или какие-то близкие друзья, оказывается, нет, что они иногда даже хуже делают, чем прийти на тренинг, например, ты сам понимаешь, что ты от себя хочешь. Конечно, самый лучший психолог это я сам. Просто да. Если есть человек, кто может направить какие-то вопросы, либо какой-то техникой помочь, да, то это здорово. Так все ответы, они действительно внутри нас, просто нужно уметь их вытаскивать. Уметь правильно направить. Да. Спасибо большое. Я рада, что у тебя училась, что такой опыт был психодрамы. Спасибо. И за смелость спасибо. Пожалуйста. За то, что ты доверилась, то, что у тебя была тема, да, открываться, доверяться. И несмотря на то, что подумают у тебя другие, тем не менее, ты была протагонистом, была твоя работа, ты доверилась. Это очень большой шаг. Старалась, спасибо. А что означает слово протагонист? Вообще протагонист означает самый разогретый. Ну, например, на работу, да, поработать в качестве клиента. В психодраме просто есть такое слово протагонист. Это терминология такая. Забыла. Зачем пришла, да? Нет, что-то помню. То, что есть какие-то желания, но при этом для чего они нужны, ну, есть какой-то смысл. Подсмысл. Вот, для чего. То есть, возможно, это же самое желание, оно может звучать либо по-другому, либо оно может быть вообще другим. Но вот это здесь достижение того, что ты истинно хочешь, оно... может разными способами как бы проявляться. Вот. Да. А что, ну, для тебя было? Вот это методика полезная, да, вот что-то на подсознание выйти, быстро-быстро писать, да, или вопросы наводящие.
все желания, которые я, ну, вообще написала и которые у меня есть, это как бы только маленькая запятая перед тем, что я действительно хочу. Да. Мне очень понравилось, что прозвучало такое желание экзистенциальное, такое очень глубокое про поиск смысла жизни и определение смысла. Да, наверное, это просто уже в таком юном возрасте. Месяцев, наверное, там думаю. Есть другие проблемы, я такая думаю, да, интересно, почему я написала, например, другую, или вот недавно тут тоже как бы думала про другое желание, но как бы все выходит, все равно выйдет, наверное, к этому. Да. Какое бы желание не взять. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.